доброго времени суток, и сегодня мы с вами проведем распаковочку моего заказа Avon по 13-му каталогу. Видите, какой большой коробец приехал, тут 6 с лишним килограмм. Так, сейчас, еле дотащила, какая она объемненькая. Сейчас я вам покажу, как обычно, что там внутри, и будем распаковывать, девчонки. Вот. Как это выглядит. Убираю в сторону. Мила уже охотится за коробкой. Будет нам помогать. Так, тут немножечко тень бросает, да, коробка? Ну ладно, мы ее потом уберем. Так, поехали. Девчонки, тут будет 3 пакета сюрприза. Я их оставлю на вкусненькое. Немножко вас подразню. Их 3. 2 номера 2, по-моему, и 1 номер 1. Ой, смотрите, он даже и не такой уж и сюрприз, он немножечко надкусанный, да? Счет фактура. Так, ну и погнали. Каталоги. Я заказала каждой девочке каталог. Я так всегда делаю. Это следующий. У меня уже такой есть. Я его смотрела. Мы его сейчас отправим вон туда жить. Да? Так. Заказала я пакетики. У меня уже заканчиваются. Всегда отдаю заказы в пакетах. Мне так больше нравится. Да, Милка, ты хочешь в коробку залезть? Вон, видите, вот она тут уже лазит и хочет залезть в коробку. Так. Да, вот. Коробка. Так, и первое, что у нас здесь попалось, это вот такой вот гель. Драгоценные масла. Белый персик и ванильная орхидея. Крем гель для душа с маслом макадами. Это 500 мл, по-моему, да. Я заказывала себе из Фокуса на пробу. Давайте понюхаем. Вот. А! Сломала? Нет, слава богу. Обычно я так поворачиваю, но тут решила рискнуть. Очень вкусно пахнет. Прям прелесть. Такой нежный-нежный какой-то йогуртовый аромат. Обалденный. Ну, я бы не сказала, что прям очень персик. Но, наверное, скорее всего, цветами персика пахнет. Мне кажется, так. Сейчас я вас немножечко поверну. Смотрите, где эта подруга. Видите? Да. Она уже в коробке. Вот, ну как без нее? Да. Вот так. Она уже в коробке. Ладно. Пусть нам помогает. Да? Будешь помогать? Здесь что у нас еще? Мил, ну ты хотя бы подавай из коробки. А то уселась сверху, главное, и сидишь. Вот такие вот пришли сейлы к каталогу. Вот, все это в группе у меня Avon Стена, девчонки, есть. Все каталоги наперед, там уже 15-й, как бы давно есть. Все, можете посмотреть там, кому интересно. Так, дальше. Еще пакетики. Это поменьше размер, это средние, те были большие. Я заказывала специально. Так, у меня подружка заказывала себе набор Rebel Diva. Это у нас... Не трогай, пожалуйста, штатив. Так, Rebel Diva. Мне очень понравился Farway. Я заказывала, когда он только появился, заказывала из Фокуса. Ну, приятный такой сладкий аромат. Все, как обычно, Farway любит, да, эта линейка у нас. У них много. Мне Infinity, кстати, еще нравится у них. Вот. Ну, такой вот наборчик. Я надеюсь, ей понравится. Так, еще что. Девчонки у меня тут заказали себе вот такие вот спреи Naturals. Один ванилька и сандаловое дерево, а второе коктейльная коллекция. Это малина и черная смородина. Ну, они такие неплохие себе, если не учесть, что самый первый, это что в нос бьют сначала спирт, а потом уже аромат. Да? Но спреи неплохие. Так, дальше. Ой, тут помялись у меня, смотрите как. Видите? Ну ладно, на самом деле я себе заказывала, я до этого заказывала все 3, когда их можно было в Фокусе заказать. Мил, не трогай штатив, пожалуйста. Еще и за кольцо зацепилось за мое. Так, я заказывала все 3. Прошу прощения, я вас тут подвину. Мне больше всего понравился роза. Жасмин для меня, он слишком зеленый. Я не люблю настолько зеленые свежие ароматы. Я люблю... Мил, да что ж такое-то, ты все прям мешаешь нам сегодня. Потом что, Нерали, это тоже немного не мое, на любителя аромат. Мама у меня любит, в общем, у меня ушли ароматы ей. Себе я решила
розу. Я все три аромата подарила маме. Вот, розу повторила для себя. И девчонки у меня заказали также по флакону. Ну и скидочка 40%, да, при покупке от двух штук. Так что очень даже я довольна. Ну, в принципе, там в ДМ было, поскольку по 699 флакончик плюс 5 пробников, а здесь получилось 719 с копейками. Ну, вот так вот. Ну да ладно, зато у меня мама довольна, я ей в первой партии все заказала. Подружка у меня заказала себе Farway 30 мл, там акция была при покупке на 449 рублей со страниц каталога за 319 рублей. Я такая подумала, а у меня же давно тоже не было его. Я на зиму его люблю, это старый такой аромат, в принципе, именно классика, да, вот он. И я решила себе заказать. Думаю, пусть на зиму будет. 30 мл мне за глаза и за уши хватит. Он очень стойкий, девчонки. Я думаю, все прекрасно знают этот аромат, да? Так, что у меня еще тут под рукой? Я очень люблю шарики румяна от Avon. Пользуюсь ими уже много лет. И в основном я покупаю себе бронзовые, которые Dark Bronze. И тут я решила себе, знаете, какие взять? Blush. Сейчас, где у нас тут оттеночка-то? Вот он, пинг. Видно вам? Вот такой. Потому что, ну, так как я сильно похудела, у меня лицо, и получается выделяется незагоревшее лицо вот этими румянами бронзовыми. У меня, в общем, получается вообще как этот, как скелет, короче говоря. Некрасиво. И я решила румяшки. Давайте посмотрим, какой цвет. Такой вот нежный розовенький. Но он даже не настолько розовый, сколько видите вот здесь, вот, да, он более коралловый. Но надеюсь, что мне он понравится, подойдет. Если нет, то я возьму, немножечко смешаю, добавлю чуток тех шариков. Ну вот, ну по идее должно быть хорошо. Ну-ка, сейчас так. Колдуй бабка, колдуй дед. Угу. Так, и посмотрим, что у нас тут получается. Ой, такое легкое-легкое сияние, смотрите, вообще его практически не видно. Ну, надеюсь, хотя бы немножечко такой. Он персиково-коралловый, он не розовый вообще ни разу. Видите? Ну, ладно, посмотрим. Если мне не подойдет, у меня мама блондинка, ей-то по-любому подойдет. Ну, в общем, я решила немножко на розовый перейти, потому что надо такой, знаете, свежий какой-то цвет лица, а то худые щеки провалившиеся, плюс еще там бронзер, и, в общем, беда вообще совсем. Также у меня подружка заказала себе тушь 5 в 1. Она заказывает уже ее не первый раз. Когда она только появилась, я заказывала себе неплохая, в принципе, тушь. Но, знаете, я тушью пользуюсь несколько раз в год. Когда я выезжаю на корпоратив, на какие-то мероприятия по работе, там, на 8 марта, на день рождения, пожалуй, все. Поэтому мне она не нужна. У меня от Эфраше лежит тушь Sexy Pulp, и мне ее хватает. Так. Это бы вспомнить. А, это у меня девочки заказывали себе блеск. Вот, один Pinch of Pink и второй Spread the Nude. Я открою, покажу вам просто, как он выглядит внутри, но свочить я не могу, девчонки, потому что там на подарок, в общем, заказано. Сейчас аккуратненько вскрыть надо. Надо будет какую-нибудь линейку, что ли, взять. Видно тут будет? Так. Ну, такой, да, красивый цвет. Это у нас тот, который нюд. Вот еще раз. Вот. А вскрывать здесь тоже не буду, иначе сразу начнет срок годности, да? Ну, понимаете. Ну, свотчи, в принципе, в группах очень везде много. И у меня в группе Вэйвен Стена тоже свотчи, и видео, и все это есть. Так, и вторая это Pinch of Pink. Давайте посмотрим его. Как он во флакончике выглядит, в принципе. Ну, цвет плюс-минус такой же будет. И... Ну, видите, какой такой? Какой-то малиновый. Да? Угу. Я не люблю жидкие блески, потому что у меня постоянно волосы к ним приклеиваются. Уходит и тресень. Ну, не знаю, как-то, ну, не мое. Хотя раньше когда-то пользовалась. Так, здесь у меня, вижу, пробники валяются. Так, я заказывала. А что я заказывала? Я уже не помню. А, это Lucky Me. Смотрите, раз Lucky Me. Еще Lucky Me. И Lucky Me. Ну, три штуки. Почему три? Не помню. Там вообще-то набор был Lucky Me, мужской и женский. Закажи за 59 рублей, по-моему, что ли, как-то так, да?
Давайте, кстати, сейчас его потестируем. В этот раз я к вам прислушалась. Я же люблю заказывать всегда полную версию, а потом получается, что мне это не подошло, и обычно меня либо маме это отходит, или там, ну, девчонкам кому-то. И тут я думаю, дай-ка я закажу все-таки пробник. О, свершилось. Так, сейчас мы с вами его потестируем. Что-то тут пробники совсем прям капюленцию налили, видите? Вот. Так, лядня. Потому что в каталоге я потерла страничку. Мужской мне очень понравился. А женский, то ли они там пожалели на страничку, то ли что, не знаю. Ой, девчонки, а мне нравится. Ну, такой... Что-то напоминает из Avon, но точно не лак. Нет. Такой легенький, нежненький, цветочный аромат. Сладкий. Чем я тут буду сейчас сочинять? А какой у него этот? Сейчас, одну секунду. Давайте посмотрим. Какая у него там нота сердца-то вообще? Кто-нибудь помнит? Так. Где он? Лаки ми. Девчонки, в начале, в конце. Сейчас вот каталог. Раньше новинки все были в начале. Теперь идешь пин-код, их надо искать. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Угу. Прям так я быстро и нашла, конечно. Имари у меня уже закончился. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ну ладно, не ругайтесь. Сейчас я этот пошуршу. Найду же я же, даже. Угу. Зачем они поменяли? Вот, ароматы. Так. Угу. Ну и, конечно, мне надо открыть не там всегда, да? О, Фарвей будет. Я уже смотрела, но уже половину забыла. Так, где ты? Где ты? О, кстати, очень хочу попробовать вот эту новинку. Attraction. Там я, наверное, сразу полную размерку возьму, не буду заморачиваться. Так, не поняла. Today. Эликсиры. А где Lucky Me? А, вот он. Все, вот. Здесь у нас аккорд шампанского, золотой жасмин и ваниль. Да? Правда, что ли? Ну, шампанское может быть, да. Знаете, какой-нибудь а-ля Санта-Стефана. Ванильный, кстати говоря, да. Жасмин я здесь не чувствую. Вот честно. Что-то цветочное есть, похоже, вот реально, или на Poem d'Amour шампанское, или на Сан-Стефан. Я думаю, многие, ну, знают, о чем я говорю, да? Это такие очень бюджетные игристые вина. Так, что у меня еще? А, подруга заказала себе вот такую сыворотку. У меня как-то была она. Приходила она мне, по-моему, в этом сюрпризе. Ну, неплохая. Девчонки, я решила заказать себе футболку. С лошадками. От работы дохнут кони, но я бессмертный пони. Это про меня. Вот, то есть я и день, и ночь бываю на работе, и выходные, и так далее. Так, закрывайте ушки. Я сейчас буду как пластырь так скрывать. Быстренько. Так. Где тут? Ага, быстренько Катя вскрыла. Конечно. А где? Так. Я после работы вечер еще, знаете, этот... Сейчас ехала по темноте. Глаза, ну, уже устали, честно говоря. Так, я нашла краешек, девчонки. Закрываем уши. Опа! Все. Вот я вам сейчас только покажу еще этикетку. Вот. Кстати говоря, в 14-м каталоге там будет по тому же коду уже написано 44-46. Мне вот очень интересно, это у них сейчас ошибочка или потом ошибочка? Обратите внимание. Я обратила на это внимание, потому что я сравнивала цену и думала, где мне выгоднее заказать. Цена одинаковая, 699 рублей по каталогу. Код один и тот же, да? А размер там будет 44-46. Так, пакет в сторону, чтобы он нам не мешал. Приятный очень материал, кстати. Здесь, по-моему, сколько хлопка-то? Essential Avon. Так. Вот посмотрите, какие швы. Тут ну, маленькая ниточка какая-то торчит. Ну, не криминально, да? Очень приятный хлопок. Очень, девчонки. Смотрите, обычный футболочный рукав. Вот такой, да? Тут какие-то голубые нитки. Жених прицепился, шоли. Шоли.
Ну и длина обычная, она не удлиненная, кстати, вот смотрите. Так, сейчас. Вот. Вот ее край. Обычная такая футболка с лошадками. Голубенькая была и беленькая. Я решила, ну, у меня и так очень много джинсового всего, да? Смотрите, как обработан. Ну, в общем, нормально, да? Так, и здесь сбоку всегда в них огромная бирка вшита. Вот зачем вот такое вот, ну, портить только, да? Так, это эмочка. 46-48 указано, да? И меня интересует состав. 100% хлопок, вот. Здрасте, ты пришла лошадок ловить на моей новой футболке? Нет, дорогая моя, тебе не дам. Ты и так мне уже много чего пококтила. Радость моя. Да, вот она. Вот она, эта банда. Вот она, эта банда. Банда-распаковщица. Да, Милка-распаковщица. Да. Еще 4 месяцев нет. Видите, какая уже большая, мадам. Так. А, у меня тут еще шмот есть. Девчонки, сейчас. Секунду. А малому заказала виноградик. Очень вкусненький. Мне так нравится прям этот аромат. Очень вкусно пахнет. Полувиноград, полужвачки какие-то. Что-то такое вот детское. Ну, пахнет вкусно. А себе я заказала череш. Мне череш нравится. Парфюма у меня нет. Я решила мист вот этот вот заказать. 100 миллилитров. Получается, ну, как бы, знаете, он стойкий. Я заказываю его постоянно. Достаточно, да, такой, и, ну, не знаю, я люблю из ванны выйти и еще на влажное тело так чик-чик пару раз прыснуть, хоть благоухаешь. И, кстати, достаточно стойкий, ну, так вот. Поэтому кто там, допустим, не по акции или дороговато сам череш покупает, да, когда он там по 799 рублей, купите себе мист. Неплохая замена. Ну, стойкость чуть поменьше будет, естественно, это же мист, но все равно. Так. А, я повторила патчи вот эти вот для... проблемной кожи. Вот такие вот. Я покажу вам в пустых баночках. Я писала пост в Инстаграм. Вот. Патчи там, вот прям как этот кружочек. Наверное, с 50 копеек размером, девчонки. Но так как там салицилочка и еще растительные всякие экстракты, действительно, если вскочил какой-то прыщик, может, раздражение, сейчас маски вот эти носят, там еще что-то, ну, не суть важно, да, там из-за чего. Взяли этот пальчик, на ночь его налепили, утром снимаете, и прыщик, он уже не такой красный, он уже не такой выпуклый над, как бы, ну, над кожей, да, он более плоский становится. Вот, и действительно штука работает. И, кстати говоря, не так бросается в глаза. Вот я на шею себе клеила и клеила там сбоку висок. Нормально? А, покупала, когда только появился, за 149, сейчас заказала за 169, в следующем каталоге будет уже 187, по-моему. Что-то они как-то решили его... задрать. Давно я смотрела, девочки, на вот этот вот свитшот. Или что это такое? Ну, наверное, свитшот, толстовка. Вот, сейчас вам покажу. Это размер тоже 46-48. Так, где у нас тут состав? Они здесь пишут, нет? Или нет? Бангладеш. Угу. А где состав? В общем, мы внутри с вами найдем состав. А то сейчас глаза сломаю. Так. Закрываем ушки. Я буду отклеивать. Есть. Так, сейчас посмотрим. Сейчас становится прохладно. Вот, я решила, почему бы нет, с джинсиками. Смотрите, какой здесь рукавчик. Мне очень интересно, как по длине будет. А, внутри мягенький, такой приятный начесик, смотрите. Очень даже неплохой. В следующем каталоге, кстати, у меня вот такая же цена. Кому понравится, закажите. Внизу достаточно широко. Очень широко. Я, наверное, займу вот столько места внизу. Столько у меня еще останется. Так. Обычная такая себе горловина. Соседи падают, что ли? Грохот. А здесь у нас что? Здесь блесточками просто обклеено. Такое вот сердечко. Минимализм. Я обычно не люблю всякие такие штуки, но вот тут минимально, поэтому я решила, почему бы и нет. Да, мил? Так, сейчас к себе приложу. Мне будет до середины... В общем, попу не прикрою, чуть до середины бедра. По рукаву у меня руки очень длинные. Девчонки, рукав тоже будет нормально. Ну вот, вот так вот будет рукав мне примерно. Ну, это нормально, потому что обычно часто вот бывают мне вещи вообще вот так.
Руки длинные, что поделаешь. Очень приятный, кстати. А, я вам не сказала состав. Сейчас, Эмочка. Все дела. Так, у меня верх 44-46. Я не люблю вапсигон в облипку. Прямо это не та вещь, которая должна обтягивать. Поэтому сказала 46-48. Так, где у нас тут? 99 хлопок и 1 вискоза. 1%. Ну, это я помню, я смотрела в этом. Из распродажи, девчонки. Внутри каталога, которая есть, распродажа. Вот там. И там есть еще одна кофтейка такого молочного цвета. Молочного цвета, да. С пуговками на плечах. Я вот думаю, заказать мне ее или нет. Посоветуйте в комментариях, мне напишите, как она вообще хорошая, нет? О, 15-й каталог уже. Взаимное притяжение. В группе есть, так что листайте, смотрите. Так, что тут у нас еще? Ага. Так. Поздравляем! С чем? А, ну это да, это вот обратите внимание, то что если вы в 13-м каталоге сделали заказ на сумму свыше 2000, насколько я помню, то компании 14 надо сделать заказ также от 2000 рублей и по коду обязательно, автоматом не вложат, обязательно надо по коду заказать за 50 рублей. Вот что-то из этого вам может повезет. Вот из этого я хотела бы, наверное, мисмерайс. Я думаю, да. Так, что так, девчонки? Тут еще пробники. А что так много пробников-то? Я столько и не заказывала. Что-то я не поняла. Я заказывала одну пару. Ну, чтобы мужской и женский был. Да, мы с вами понюхали. Там было 3, и вот еще 4. Так, не поняла. Мила, ты у меня стащила... А, она стащила пустую упаковку из-под пробника. Уже шуршит нам там на заднем плане. Так. У нас чего? Да, все это Lucky Me. А, или я заказывала, чтобы девчонкам дать. Причем... А, вот, Фохим. Ну, Фохим я и в каталоге нюхала. Очень классный Фохим. Ну, ладно, это я без вас потом разберу. Не буду вам это тут. Так, что я еще заказала? Вы, наверное, уже знаете, что я сумочница. Я очень люблю сумки. Очередная сумка, девочки. У меня вот кровать как бы большая, да, двуспальная. Она вот так вот поднимается. Вот, кстати, вот она. Вот она, я на ней снимаю. Она поднимается, и там сумки, 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 сумки. Ну, я люблю сумки, ничего не могу с собой поделать. Так, закрываем уши. Я опять буду пластырь отдирать. Так. Я очень долго на нее смотрела. Думала, надо, не надо, надо, не надо. Ну, кстати, в каталоге она смотрится более такой вот вытянутой. Честно говоря. Да? Ага, тут кнопочка. Тут нет молнии, да? Так. Обычная бирочка. Эймановская. Тут вот такая кнопочка. Так. Дальше посмотрим, что у нас тут. Одна вот такая вот ручечка небольшая. Ну, на плечо вполне. Ну-ка, сейчас померим длину. Да, на плечо очень даже удобно. Даже на куртку. Так, и что у нас здесь? А, здесь один карман на молнии. Ну, стандарт, в общем, как у всех Waven, да? И вот один. Мне нравится, что уже меньше стало карманов с а-ля под телефон. Да, вот такие вот в основном. И вот такая вот достаточно... плотная подкладка. С одной стороны просто складочки, с другой стороны вот такая вот жаточка. Так, Мил, ты нам сейчас тут будешь шуршать очень долго, да? Дорогая моя. Будешь нам шуршать? Вот, кстати, у меня открылся каталог на... Вот они, вот эти футболки. И вот, видите, тут уже указан 44-46, а не 46-48. Это первое. И сейчас я вам... секунду вашего терпения, буквально, я вам сейчас покажу эту сумку в распродаже. Уже в следующем каталоге. Я просто ее видела там. Я ее видела, видела, видела. Я же ее видела. Да. Вот она. А, тут она дороже, кстати. Да.
Тут она дороже. В этом каталоге, в 13-м, если кто-то будет заказывать, 999 рублей цена каталога. И здесь она уже, видите, 1300. Ну, 1000-1300, ну, разница приличная, да, согласитесь. Вот. И здесь она немножечко выглядит более прямоугольной, скажем так. Да, видите? Вот она, Урсула. И вот вам сразу ее данные, кому интересно, девчонки. Вот. Поэтому, кто хочет такую сумку, заказывайте сейчас. Каталог еще будет действовать аж 2 недели. Сумка очень симпатичная. Здесь достаточно плотный такой вот. Ну, эко-кожа не назовешь, но дермантин он и есть, да, дермантин. Магнитная кнопка очень хорошая. Вот здесь она вот не отходит, то есть она не на соплях. Вот. Единственное, что, конечно, кто переживает за то, что у вас вот это вот будет все открыто, сейчас очень много всяких там несессоров, да, сумки. Ну, специальных вот этих вот а-ля косметичек больших. Вот. Или там под молнию брали, или еще что. Но чисто вот визуально сумка очень симпатичная. Смотрите, какая. Ну, мне понравилось, прикольно. Сейчас на осень. Кто-то зонтики в сумках носит, кто-то еще что-то. Поэтому очень-очень даже. Вот поближе вам покажу. Видите, как? И скрипит так. Хорошо. Так. Ну, а теперь, наверное, самое интересненькое. Скажите, вредные, да, пакеты сюрприза оставила напоследок. Ну, конечно. Так, сори, я вас немножечко так подвинула. Так. Значит, так. Я сейчас посмотрю. А, девчонки, они все такие, блин, вскрытые. Ё-моё. Так, вот смотрите. Первый пакет сюрприз. При вас. Ничего не рву, видите? Вань. Ну, давайте уж тогда заглянем, да? Первое. Even True. Пенка очищения. Дальше. In You Clinical. Это у нас Night Cream. Deep Recovering, 10 миллилитров. Так, есть что по-русски хоть? Кукусики. Чтобы вам-то показать. Вот. Ночной крем для лица глубокого действия. Защита восстановления. Вот, в общем, вот такой. Это второй. Так, номер 3. Это силиконовые перчатки, защитный крем для рук. Вот такой вот щелкунчик, да? Номер 4. Ух ты. Это Eyeshadow Duo, палеточка двойная, теплый кашемир, бам кашемир. Так, ну давайте залезем и посмотрим. Мне разрешили залезть, показать, поэтому я вам и показываю. Так, вот так. Давайте. Вот такие вот цвета. Так, что у нас тут? С этой стороны вот так вот оно более реально. Ну, такой, знаете, персиково-золотистый и бронзово-золотистый цвет. Объяснила, да? Ну, в общем, кто пользуется таким, кстати, девочка, которую заказывала, одно из них точно подойдет. Так, и лак для ногтей Rose Gold. Кстати, неплохой, как ты его заказывала. Сейчас мы с вами посмотрим его. Так, вот. И это вариант, я считаю, всегда прям. Вот не хочется заморачиваться с маникюром. Намазала блестками и пошла. Все. Так, это первый пакет сюрприз. В принципе, ну, 399 рублей пакет сюрприз, он свою цену оправдал. Пенка мне вот эта, кстати, нравится. Вот, да? Поехали второй смотреть пакет сюрприз. Так, что у нас тут? Ага. Здесь вообще все расклеено. Хотя видно, что они спаивали, видите? Ну, я при вас открою, я ничего не раздирала. Так. Девчонки, а здесь все то же самое. Не поняла. А что тут крема для рук нет? Смотрите, раз. Ой. Два. Три. Четыре. Все. Что за прикол? Как так? Как я вот девчонкам отдавать буду? Что я скажу? Где крем? Также пенка. И Eyeshadow. Тот же самый Warm Cashmere. Так. Ага. А срок годности у него какой, кстати? Он от
19. А, 3 года. Нормально, потому что вот он, видите, от июня 19. Так, и Rose Gold. Блин, вот они вообще редиски. Поэтому и понятно, почему он вскрытый, да, пакет. Видите? Взяли, достали отсюда крем для рук. Ну, ёшкин кот. Ну, как так можно? Вот. Ну и что, на недовложение сейчас писать? Это пакет сюрприз, это вообще бесполезно. Ой, господи, боже мой. А вот этот вот закрытый. Давайте я при вас его вскрою. Ой. Ладно. Так. Ой. А здесь что по количеству? Ну, сюда-то они не перевложили, смотрите. Здесь тоже и New Clinical защита восстановления, антиоксидантная очищающая маска для лица. Это у нас кто? Nail ML. Ага. Yellow. Желтый, что ли? Yellow уже желтый у нас, да? Да ладно. Йоколы мне. Ну, это вообще прям на любителя, девчонки. Так. Окей. Такой же щелкунчик. Ну, вот, короче, крем они не доложили. Это у нас шампунь и полоски для водном, для любого типа волос. Тынь-дынь. Так. И здесь Color Trend Black тушь. В общем, честно вам сказать, на моем веку сотрудничество с компанией Avon пакеты были и повеселее, и поинтереснее. И с парфюмом, и с помадами, ну, не знаю. Ну, шампунь, конечно, это тоже неплохо. И New Clinical они положили, молодцы. Желтый лак мне присылали, и зеленый, и сиреневый, и, блин, и лакрицу, и какие только не присылали. Ну, черный-то ладно, еще его можно приспособить. Но вот желтый осенью, ну, хотя, кто занимается... Я раньше делала себе маникюр всякие разные. Можно приспособить там через трафарет штампиком, сделать себе листики осенние, да? Ну, так вот. Ну, это кто заморачивается. Сейчас очень многие делают себе эти, как они, гель-лаки, шелаки и вот все остальное. Ну, короче, не знаю, девчонки, что вам сказать. Ну, так, ничего. Сойдет, короче говоря. Вот. Кофточками с вами я довольна. Сумечкой, сумочкой я тоже довольна. Вот, ну, я еще, знаете, как заказала, подумала, или мне, или маме. Вот у меня мама придет в гости, я тоже все время чем-нибудь заказываю, покупаю такие сюрпризики. Я очень люблю делать что-то приятное, особенно близким, там, друзьям. Вот. И она смотрела каталог, я говорю, мам, дайте сумку, купим новую. Она, да у меня сумок этих много, не надо, не надо. Я втихаря такая, тын-тын-тын-тын-тын, заказала. Думаю, вот она придет ко мне в гости, я ей покажу эту сумку. Если глаз у нее загорится, я увижу, то я ей, конечно, ее... и подарю. Если нет, ну, буду ходить сама. Потому что сумка мне понравилась, прикольная. Вот. Вот такие вот у меня заказы, девчонки. Я посмотрю, может быть, повторю что-то. Ну, в смысле, еще один заказ сделаю в этом каталоге. Ну, наверное, скорее всего, буду делать уже в 14-м. Тоже я всегда стараюсь делать на первой неделе, чтобы все было на складе. Часто бывает код 5. Кстати, под 5-м кодом у меня, знаете что... У меня еще с того каталога, вот она, Luxe Out. Я заказываю ее в распродаже. А вот они, да, у меня на шайбе плашпили. Вот. Так что, не знаю, наверное, в следующем, потому что новинка вот эта вот Lucky Me по фокусу будет также от 2, от 4, ну и так далее. Так будет, наверное, мне даже сподручнее сказать. На этом все. Обзор заказа по 13-му каталогу у меня завершен. Я надеюсь, вам что-то было полезно узнать, мое мнение, что-то мы посмотрели с вами. Может быть, вы тоже себе закажете сумочку, пока она на 300 рублей дешевле. Вот. Или, например, джемпер. А я вам сейчас, кстати, скажу, чтобы вы сразу рассчитывали, сколько она мне обошлась. Урсула, вот она, видите, 999 рублей, а обошлась она, девочки, 689. Ну, это просто вот, видите? 37% у меня на заказ. Ну, это грех был не купить ее за 690 рублей. Ну, согласитесь, да? Вот. Так что вот так вот. Я желаю вам всем отличного настроения, классных покупок и берегите себя. Пока-пока!